Как избавиться от родового греха? Просто и сложно. Так же, как мы избавляемся от личных грехов. Правда, это посложнее. Потому что родовой грех – это уже он особенно сильно соединяется с природой. Это своего рода как некая страсть. Но правильная христианская жизнь дает возможность нам избавиться от этого. Например, родовым, вот, например, жадность. Рождается человек с патологической, буквально, что называется, жадностью. Да. Как можно избавиться от этого? Как? Изучением христианства, во-первых. Пониманием того, что это есть зло. Борьбой с собой. Родовой грех излечим правильной христианской жизнью. Правильный христиан, то есть понуждением себя, покаянием, вот, и опять понуждением себя к правильной христианской жизни. Вот так. Таинствами. Вот, поэтому только таким образом можно от него избавиться. Совсем избавиться я не знаю, от какого греха вообще мы можем избавиться. Вот я все вот хочу, всю жизнь хочу избавиться от осуждения, вы знаете, мечтаю постоянно. Но что-то мои мечты никак не сбываются. Да. Так, так что надо понуждать себя, надо трудиться, трудиться. Родовой грех – это как любая из наших страстей, в которых мы закоренели –